Российское движение детей и молодежи было создано в прошлом году. Ячейки движения первых постепенно стали появляться в образовательных учреждениях округа. Организация объединяет молодое поколение, дает возможности стороннего развития благодаря своим программам и направлениям. Так, на встрече с активистами в лицее номер 14 имени Гагарина обсуждались проекты, миссия и цели движения. Что касается общественных объединений, они у нас были, я сам из Мытищ. Вот там были, как говорится, школьное самоуправление, там школьный парламент. Это были очень локальные такие истории. В каком-то городском округе были, я уверен, в Щелково было. Но это не связанные друг с другом были истории. Движение первых – это путь от мечты к лидерству. И вот каких людей, каких наставников, каких педагогов, каких друзей мы с вами встретим на этом пути, это очень много зависит. РДДМ объединяет школьников и студентов целой страны. По словам председателя подмосковного движения Юрия Макеева, сегодня важно создать единое пространство, на базе которого будут работать школьные туристические клубы, театры, музеи, медиа-центры. Анна Балиет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.